Русских Галина Анатольевна, доцент кафедры географии Вятского государственного университета. Сегодня у нас необычный день. 28 сентября 1918 года на свет появился будущий великий ученый-педагог Василий Александрович Сухомлинский. Именно сегодня, в этот день, 28 числа, все педагогическое сообщество нашей великой страны отмечает столетие этого замечательного педагога, который сумел одной фразой раскрыть удивительную и могущественную сущность педагогической профессии. Он сказал: «Сердце отдаю детям». И вот эти три слова как раз и раскрывают предназначение учителя на нашей земле. Слова были сказаны давно. С 70-го года прошлого века нет с нами Василия Александровича. А книги, которые он написал, идеи, которые он разработал, методики, которыми он одарил учительство, продолжают жить. Несмотря на то, что изменилась наша страна, несмотря на то, что новые ценности пришли в образование, но те замечательные идеи, которые сформулированы на века, до сих пор помогают нашему учительству грамотно организовать педагогический процесс. Всех, кто любит школу, всех, кто знает и понимает значимость педагогической науки и педагогической практики, я поздравляю с замечательным юбилеем, столетием со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского.